5 років тому на базі загальнобібліотечного інформаційного центру розпочала свою роботу творча майстерня для дорослих під керівництвом Наталії Кокіної. З тих пір чимало змінилося. Збільшилась кількість відвідувачів, і вони не лише переїхали в окреме приміщення, а й розширили свої творчі можливості. Завдяки бюджету участі придбали необхідне обладнання та меблі, і наразі це сучасна хендмейд-студія творчості для дорослих. Студія спочатку займалася один раз в тиждень, по вторникам в 11 часов. А сейчас, так как у нас появились возможности, появилась швейная техника и инструмент профессиональный швейный, мы начали заниматься, появился еще один клуб любителей лоскутного шитья, лоскутная мозаика мы его назвали, и он у нас занимается теперь еще помимо вторника, теперь у нас понедельник и пятница в 11 часов. А кружок, который был до этого, где мы занимались всем, не только шитьем, он у нас остался вот по вторникам, то есть мы делаем как бы просто декоративные всякие вещи. Вот, в принципі, всіми техніками займаємося. Цьогоріч ще один громадський проект бюджету участі від студії «Хендмейду» став переможцем. І це не просто вдача, це результат злагодженості дій та дружньої атмосфери колективу з БІЦ. У нас об'єднились колективи, які тут в бібліотеці, при бібліотечному центрі. Вот, і ми, як скажемо так, працювали всі сообща. Вот кружок вот этот вот творческая мастерская, плюс литературная музыкальная гостиная «Созвучие». Нам помогли «Пой душа» коллектив, участвовал, нам помогал. Помогал центр немецкий «Хофман». В общем-то, все коллективы, которые здесь при библиотеке, так или иначе, в общем, помогали все, агитировали все и голосовали все. В общем, так-то сообща у нас получилось в прошлом году, ну и в этом году тоже. Обладнання, придбане за кошти бюджету участі, значно розширило творчий потенціал студії. Якщо ми просто раніше займалися прикладним, декоративним, були обмежені, ми могли рисувати, щось там клеїти, тобто такими вещами, чисто декором займатися, яка не требувала ніякого спеціального обладнання. З появлением швейної техніки, звісно, у нас как бы, наш потенціал зрос, можна сказати. І то есть творчество теперь, можно сказать, не ограничено. Мы можем шить и шить все, что хотим. У творчій студії хендмейду можуть займатися всі охочі. Тут кожен знайде собі заняття до душі. Наскільки вам нравится заниматься в этой студии? Очень нравится. Я вообще раньше, я здесь просто работаю, да, но когда я увидела, какие шедевры создают в этой творческой мастерской, я просто не могла не прийти сюда. Мне очень здесь нравится. И наш руководитель постоянно находит такие новые формы работы, что мы просто, нам некогда скучать. Мы постоянно чем-то заняты, чем-то новым. Наташа – это вообще кладезь. Кладезь всего, да, всего лучшего, красивого и тактичного. Вообще очень она умница большая. Вы знаете, очень довольна, что я сюда хожу. Вдохновение такое появляется. Ну и руки все время в работе, мысли. И действительно, очень много интересных вещей в результате появляется. Тут слова излишни. Надо ходить и делать. Вот даже сам не совсем соображаешь, придешь, а тут столько идей. И столько, да, и перестраиваешься, и что-то делаешь, и из барахла получаются шедевры. Ей-богу. Отож, не зволікайте, приходьте у загальнобібліотечний центр до творчої майстерні хендмейду для дорослих.